Сегодня у нас конец ноября, бог его знает какое число. Возможно, 28-е, возможно, 27-е. Впрочем, началась зима, с легким морозом. Еду на острова через Московский мост и вижу вот такое вот чудо ветром закатило. Юда. Тудум. Тудым. Тудым. Природа напоминает о себе. Вторгается во владение города. Тудым. Проявить гуманизм и отвезти тебя, дорогая, где ты сможешь выжить и закрепиться. Как ты, кстати, называешься? Чудо-юдо. Перекати поле. Что-то за растение такое. Ну, вон, катись куда-нибудь туда. Вот сюда. В горки. Ветер-то встречный. Ну ладно. Найдешь где-нибудь себе дорогу. Отпускаю тебя на волю. Что-то как-то тебя неправильно отпустил. Может тебя подвезти куда-нибудь. Мало гуманизма в моих поступках. Пошла на таран. Покатилась. Сейчас мы тебя перевезем. Найдем тебе местечко получше. Денек сегодня хороший, сухой. Что приятно. А вчера было душно, влажно. 100 потов прольешь.